Значит, мы проехали по объектам, посмотрели, работы ведутся нормальными темпами, в графике у нас, и, значит, хотелось бы, что, значит, Слава Ильич, те графики, которые сегодня у нас есть и которые мы должны представить в Министерство строительства, я имею в виду графики кассы, их нужно синхронизировать, особенно вот с плачественными сооружениями, со стройконтролем, синхронизировать объемы работ, чтобы у нас акты выполненных работ не опаздывали со сроками, когда мы должны освоить те лимиты, которые у нас есть, значит, заведены в министерстве. Это одна составляющая. Дальше. Значит, в ближайшие дни выйдет постановление, возможно, оно уже сейчас на подписи, возможно, подписано, сейчас только с ним стоит разговаривать. Значит, там будет полный перечень возможных, назову их так, меры поддержки, да, то есть, исходя из ситуации, значит, по импортозамещению, по срокам, по всему, там документ сейчас выйдет. Значит, я уже, Александр Владимирович, тебе сбросил. Да, значит, подрядчикам, я сейчас всем сброшу информацию на сайт. Значит, Минпромторг открыл новый свой сайт, типа как Авито. То есть сейчас там возможность будет подрядным организациям забрасывать на этот сайт всю номенклатуру, которая сегодня есть импортная. И они будут в автоматическом режиме через этот сайт связываться с нашими производителями, смотреть аналоги. Значит, будут искать, может быть, там азиатские страны, еще кого-то подключать к этому вопросу. То есть это принято решение по всей стране, потому что проблемы, в принципе, все одинаковые, КНС-ки делаются, используются типовые, поэтому вот это, возможно, вам облегчит какую-то работу. Значит, на сегодняшний момент хочу отметить, что, в принципе, и, значит, по программе «Чистая вода», значит, у нас работы планируются с опережающими темпами. Есть, я так с руководством вашим разговаривал, то есть да, вы готовы работы завершить в этом году полностью. Значит, мы со своей стороны, губернатор обратился в министерство за то, чтобы перебросить вам лимиты, и тогда мы досрочно, значит, воду за ОСП подойдем в 2023 году. Какие-то трудности есть у вас? Трудности, которые... Ну, трудности нету. Мы обратились к нашим поставщикам, которые импортное оборудование. Они сказали, что стрелок нету, но цена вопроса подрастет. То есть они готовы нам поставлять. Не отрегулировали стоимость. Есть я вам что могу сказать, что если необходимо, еще раз повторюсь, если необходимо будет замена импортного оборудования на аналоги в рамках лимитов без проблем, там даже не нужно корректировать проектоспектную документацию, я еще раз повторю, что это вычислить постоянно. Если там идет увеличение, то, по всей видимости, там будет какой-то особый порядок, потому что все понимают, что в сегодняшних ценах, ну, там рост какой-то произойдет. Но это давайте так дождемся выхода постановления правительства и все. У вас техника на месте, площадки, в принципе, все разработаны. Есть какие-то проблемы у подрядчика с заказчиком?